Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на этой неделе заявила, что женщины играют ключевую роль в выполнении программы Джо Байдена «Build Back Better», хотя она не упомянула консервативных женщин, например, которые ее сторона обычно отклоняет. Таким образом, мы должны сделать законопроект более экологичным, чтобы в этом столетии он был явно больше, чем в прошлом веке, который мы должны сделать и больше, и лучше. «Так хорошо об этом», — сказал Байден. «Строить лучше», — сказала 81-летняя Пелоси во время обсуждения текущих переговоров по инфраструктуре и повестке дня радикальных левых. В прошлом месяце Пелоси предупредила, что демократы разорвут любую двухпартийную инфраструктурную сделку, если Сенат также объединит ее с законопроектом о примирении. Позвольте мне прояснить это. Мы не будем рассматривать законопроект в Палате представителей до тех пор, пока Сенат не примет двухпартийный законопроект и законопроект о примирении, сказала Пелоси репортерам. Если не будет двухпартийного законопроекта, то мы просто уйдем, и тогда Сенат примет законопроект о примирении, добавила она.